Добро пожаловать на канал Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как в приложении Snapseed можно пользоваться кадрированием, перспективой и расширением. Итак, открываем инструменты, выбираем кадрирование, и здесь мы можем выбрать. У нас сейчас стоит произвольное кадрирование, то есть сами можем как-то настроить кадрирование. Вот, либо можем открыть и здесь уже выбрать уже настроенные кадры, то есть либо оригинал, либо один, либо квадрат, 3 на 2, 4 на 3, 5 на 4 и так далее, и так далее. Также можем повернуть кадрирование. Вот, и далее у нас также есть перспектива. Здесь мы можем отредактировать наклон вверх-вниз, вправо-влево. Также можем, естественно, повернуть нашу картинку немножко, можем масштабировать ее, опять же, вверх-вниз, вправо-влево, можем произвольно как-то ее настроить, здесь все сделать, дальше можем залить те места, которые у нас появились, вот, умная заливка, конечно, интересная. В общем, те места, те пробелы, которые у нас появились, мы можем их залить каким-то образом. Лучше белым, я думаю. И что это еще у нас за инструмент? Ага, и автонастройка. Окей, я поняла. Вот. И на этом не все. У нас еще есть инструмент расширения. Вот. И здесь мы также можем расширить фотографию. Ну, конечно, получается это так себе. Но в целом мы это можем здесь сделать. Вот. И опять же залить уже свободное пространство. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.